Тем временем 7 декабря. Снег идет почти сутки. Все второстепенные дороги выглядят примерно вот так. Центральные, как ни странно, почищены. Дядя Вася без иллюминации. Хотел узнать у своих подписчиков, как у вас обстановка в городе. Поскольку я так подозреваю, что занесло не только Москву, но и всю центральную часть страны. Поэтому пишите свои ответы в комментариях. Если у вас снежные заносы и чистят ли у вас дороги. Ну а на этом я свое видео заканчиваю. Всем пока.